Всем привет! Сегодня у нас будет тест очередного нового Анубиса, собранного с каменной кожей. Мы сделали интересную фишку, поставили ему еще руны огненки, для того, чтобы было еще на 20% меньше урона. Плюс на нем будет еще стоять ангел, который дает 80% понижения урона, плюс медалька. В снаряжении тут выпад стоит. Лучше, конечно, было бы доспех. Созвездиями уклон, плюс крит удар. Ну, поехали потестим его в рейдах. Таким Анубисом должно быть нормально сливать юнитов. Как видите, урон по нему почти не проходит. Стрелковые башни с 7-м гарнизоном. Толком еле-еле сливают. Хранитель, стрелок. Живучий, живучий. Если кинуть ему еще ворожея в помощь. Видите, как ворожея быстро слили? Насколько он держит урон. Минуту выдерживает. Так, что тут у нас? Тут у нас Фрейя есть. Вот интересно будет посмотреть, как быстро его Фрейя разберет. Так, ворожай тут с воодушевлением. Да, походу. Так, первый залп есть. Ну, неплохо, неплохо. Смог прорваться. Сейчас, думаю, дойдет до Фрейи. Пока он ее еще не ударил, вот началось. Начала Фрейя бить. Пока, честно говоря, пофиг. Афина тоже не особо там часть миссает. Ну все, разошлась Фрейя у нас. Все равно, как видите, минута, то есть сливать юнита вообще прикольно. Фрейя. Да, неплохо, неплохо он урон держит. Смешные там удары у Афины по 6000. Почти 1,5 минуты продержался. Ну-ка, тут попробуем запустить. Так, Некрос. Сейчас он переагрится, конечно. Ну и Некрос, смотрите, там не особо его и сносит. Плюс стрелок. 70к бьют. Жесть просто. Хорош, хорош, однозначно. С каменкой. Если ему еще поставить в PvP режиме рунами корку, думаю, вообще будет супер. Вот тут Фрейя прибежала. Без вариантов. Все равно минуту выдерживает. Юнитов по-любому всех сливает. Без всяких вариантов. Так, давайте глянем что-то на подземках. На кошмарке. 2-1. Кошмарная 2-1. Интересно посмотреть, как будет урон держать. Вообще пофиг башни.
Ну, тут сейчас должны нормально юниты надамажить. Но смотрите, если сравнивать с другими, как проседают, то тут вообще просто жесть. Он просто понизил ихнюю атаку и все. И просто сосут лапу все. Вот вам каменка. Вот, разруха ударил наконец-то. Он и попасть что-то не может. Это жесть. Нормально так. Всех снесли, один разруха остался, который хилится. Ну, как-то так. Себе свободно потом выпускаешь с другой стороны героя. Он просто все зафармит. Ну, не знаю. Неплохо, мне нравится. Смотрите, сколько он урон держит. Любой другой герой просто сольется от разрухи этого. Ну-ка попробуем Бигфута. Что он сможет сделать? Да нет, смотрите, вообще просто мясо. Заметно, да, разницу, как проседает. Хоть он себя и хилит. Ну, конечно, зарубил. Бигфут красавчик. Так, а ну-ка давайте тестанем его. На седьмой кошмарочке. Просто интересно. Охренеть. Живучий. Это жесть просто. Два Ронина, блядь, долбят его. А ему-то все пофиг. Я хренею. Кидаем сюда Рину, смотрим. Видите, да, разницу? Кидаем сюда Бигфута. Просто с плюшки. Афина. До свидания. Новый герой. Ну, в принципе, думаю, разницу вы увидели, да? Что такое Анубис на максимальном дефе? Это просто жопа. Ну, давайте его затестим здесь. Так, это все убираем, кинем его соло. Жалко, я, конечно, сам не могу побежать. Да, уверен. Я уверен. Ладно, выберем каких-то нуба героев сейчас. Так, чтобы они не особо тащили. Еще и обязует выбрать всех героев. Ужас. Просто ужас. Так, ну как-то надо так кинуть. По одному будем кидать, чтобы убивали сразу. Ай, тут кинул всех своих. Ну-ну-ну-ну-ну, замочите его.
Красавчики, мочите. То чувство, когда рад, что твой союзник сливается. Пусть тащит один. Мы дальше дойдем, там выпустим. Думаю, он один не затащит до пятой волны. Так, замочите, замочите его, красавчики. На красы мочите, мочите, мочите. Хорошо. Так, кидаем купидончика. Дедушку. Он сидит, думает, блядь, вот это западлист. Смотрим. Ну, урон держит. Смотрите, сколько по нему прилетает сюда. Ему просто насрать. Просто похрен все. Да, у них неплохо, неплохо. Круто, ничего не могу сказать. Просто топчик. Ой, случайно выпустил. Ну, в принципе, нам надо пройти на следующую волну. Думаю, времени у нас хватит. Ну, просто супер. Ну как вам? Как вам такой расклад? Мощь, просто мощь. Конечно, единственное, сейчас ангел будет хилить всех других. Это минус. А вот сейчас... Вот нормально. Урон держит. Просто круто. Вообще жесть просто.
Смотрите, сколько он нам времени не хватило. Насколько он офигенный. Хорош. Да, думаю, по локациях, если его собрать, поставить ему, допустим, вместо этого поставить руны Корки. Думаю, будет тоже неплохо смотреться. Ну-ка, сейчас мы его выпустим тут. Ну, ворожай нам сейчас отхил порежет. Просто огонь. Да. Это реально топчик. Смотрите, они все без энергии просто сидят. Да, они его сносят. Сейчас, если успеем, кинем ворожея в помощь. Ну все. Просто соснули. Просто похрен там. Череп ни хрена не может ему сделать. Смотрите на урон черепа. Круто. Реально круто. С таким можно свободно бегать на битве гильдий в лоб. Вот тут воодушевление до хренища. Вот все нормально, смотрите, как сразу понижает всем. Супер. Юниты слиты. Он еще живой до сих пор. Всех заагрили на него, кинули Атланта там рядом. И все. Ну-ка сейчас поищем кого-то еще такого, чтобы загнать его чем подальше. Вот тут можно так вот на Дрейке просто с Цепелином стать, поставить его в кубок. И все, он просто этого топа дырочного раздаст. Нет слов. В забытой он будет тащить на атаке фартов, мы его потестируем. Ну, сборочка, каменка, плюс корка. Он даже 3 минуты тут выстоит, я думаю, нефиг петь. Давайте кинем в помощь повелителя дырочек. Давай, включайся. Пошла жара. Пошла жара, ребята. Так, немножко не так разбежались все. А, череп с разбросом. Ну, сейчас мы вам вкрутим бур. Ой, блин, это ж битва гильдий. Нормально я увлекся. Та-та-та-та. Остался один череп. Это просто жесть. Просто жесть, ребята. Это реально топчик. Герой хороший. Хороший, достойный. Давайте еще на арене. Арене ты станем. Посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Старт. Выйти. Что он тут сможет сделать?
Да все, просто сосут лапу. Это огонь. Вот, тыква наконец-то только разогнала, и они смогли пройти. Это жесть. Сейчас мы сделаем так. Вызов. Ставим тут этого, ставим с этой стороны Фрейю. Вот так вот делаем. Смотрите, прикол. Что сейчас будет с вражеским кристаллом? Ай, блин, тут сейчас Фрейя все сольет. Всех посливает. Смотрите на кристалл внимательно. Можно еще сейчас... А, тут мы уже у нас другой противник будет. Ну давайте ради интереса посмотрим. Вот, тоже нормально. Вот они зависли на таком Анубисе. Смотрите на кристалл просто. Пофиг. Да. Хорош, хорош. Одним словом, хорош. При любых рунах просто топчик будет. Психощит поставить любой. Корка, блин. Берс, утекание поставить, вы его вообще хрен сольете. Круто. Все, пишите комменты, ставьте обязательно лайки, Анубис достойный. Подписывайтесь на канал. Всем пока.